Вблизи домов 2, 3, 3А и 4 по улице Дружбы появится новая детская площадка. На месте одной из самых старых на Угличе, отмечают окружные депутаты. Они побывали по адресу во время контроля исполнения в округе госпрограмм. В частности, комплексного благоустройства дворовых территорий. Под новый детский уголок уже подготовили основания. Здесь появятся новые игровые элементы, площадка для занятий спортом. Территорию рядом также очищают, спиливают высохшие деревья. Вы видите, за вашей спиной сейчас происходит финальная опиловка деревьев. То есть еще один двор на Угличе в этом году мы наконец-то приведем в порядок. Надеюсь, что в следующем году все-таки у нас дойдут руки модернизировать спортивную площадку, которая была установлена по программе «Единая Россия» еще в 2013 году, то есть уже почти 10 лет назад. По словам депутатов, новую площадку жители смогут увидеть в ближайшее время.